Дорогие друзья, добрый день. Итак, как все вы в курсе, в ближайшее время компания Skyway запустила новый инвестиционный продукт под названием «Проект стабильный». Что самое основное является камнем преткновения для развития технологии любого венчурного проекта? Это самый главный риск, о котором уже много раз говорил и основатель компании Анатолий Эдуардович Юницкий, и многие сотрудники, и многие финансисты известного и неизвестного уровня заявляют об основной проблеме стартапа, основной проблеме высокорискованного венчурного проекта. Это риск недофинансирования. Тогда, когда компания не имеет своей прибыли, когда компания не имеет адресного проекта или какого-то продукта для конкретной продажи, и целиком и полностью зависит от частных инвестиций, от привлечения инвестиций в себя, в компанию, основной проблемой является труднопрогнозируемость бюджета. Компания не имеет возможности осуществлять стратегическое долгосрочное прогнозирование, выстраивает долгие взаимоотношения с заказчиками, с субподрядчиками и с иными третьими лицами. Для этого и в недрах нашей компании был разработан специальный инвестиционный продукт для того, чтобы мы могли выстраивать на основании четкого, стабильного, легко прогнозируемого потока инвестиционных средств в компанию стабильный план работы. Чтобы мы могли выстраивать его для того, чтобы и финансировать работу 120 человек, находящихся на трех этажах этого здания, так и того строительства, которое ведется сейчас в городе Марьиногорка Пуховичского района Минской области. Также за эту неделю мы хотели бы вам приоткрыть завесу тайны, которая висит над нашей компанией, и провести вас в святая святых нашего предприятия. Это по этажам струнных технологий. Мы бы также хотели провести несколько интервью с технологическими экспертами нашей компании, которые подробно вам рассказали о процессе получения сертификации ISO 9000 для сотрудников нашего предприятия, которая позволяет вывести работу компании на совершенно новый уровень. Также мы бы хотели рассказать вам немного информации по поводу полученных грантов от Организации Объединенных Наций, процесс, работа над которыми сейчас тоже ведется, и документация, которая сейчас уже готовится для того, чтобы грант... То есть мы начали получать грантовые деньги. В принципе, много есть новостей, которые мы хотели бы рассказать, и следите за всем этим, оставайтесь в эфире.